мир вашему дому. Сегодня по народному календарю православные христиане празднуют День Тихона. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память. Празднуется представление и перенесение мощей преподобного Максима Исповедника. Также празднуется облечение мощей блаженного Максима Христа ради юродивого московского чудотворца. Чествуется представление и второе облечение мощей святителя Тихона, епископа Воронежского задонского чудотворца. Совершается память святых мучеников Ипполита, Иринея, Авундия и Конкордии в Риме и другие православные святые имена, которые вспоминают в этот день. Также сегодня празднуется икона Божьей Матери Семистрельная, Минская, Страстная. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память, ушедшая в мир иной.